Настя, пожалуйста, пожалуйста, посмотри там, по-моему, что-то в глаз попало мне. Нет, все нормально, Гера, ничего не вижу. Посмотри внимательнее поближе, там что-то есть. Гера, ты что, флиртуешь, что ли, со мной? Настя, там в глазу что-то лежит. Пожалуйста, достань это. Ну все, все, вроде бы все. Спасибо. А я думала, флиртует. Если в серые будни стало солнце зануда, то ты больше не веришь в себя. Холодный мокрый дождь идет за окном, и так хочется укрыться теплым пледом со своей второй половинкой, включить романтический фильм и просто побыть вдвоем. А у нас тут кипят недетские страсти, и с каждым выпуском накаляется атмосфера. И все для того, чтобы одиноких людей в нашем городе совсем не осталось. 3+2. Вот они, мои самые дорогие телезрители. Здравствуйте, в эфире телеканал «Мой город», а это уже залог хорошего настроения. С вами, как всегда, студия несравненная Анастасия Фефелова и забыла, как его там? Гера Леплер. В эфире романтическое шоу 3+2, а это значит, что прямо на ваших глазах в этой студии будет рождаться самое светлое из существующих чувств на Земле – любовь. А мы уже с большим нетерпением встречаем наших красавчиков. Парни, в студию! Сразу к делу приступил. Молодец, баллы зарабатывает. 3+2. И, как всегда, первыми мы представляем вашему вниманию прекрасную половину нашего шоу. Знакомьтесь, наши красотки. Елена, 19 лет, студентка. Коммуникабельная, веселая, интересующаяся блондинка в душе. Получает удовольствие от всего, чем занимается, ценит людей, окружающих ее. Испытывает несвойственную девушкам слабость к автомобилям. Любит петь в караоке с хорошей компанией, рисовать по настроению и проводить время с друзьями. Арина обожает перечитывать литературу 19 века. В то же время предпочитает хорошо отдохнуть в веселой компании и пообщаться с хорошими людьми. Арина пришла на проект со жгучим брюнетом с хорошими внешними данными. В то же время образованным, чтобы было о чем поговорить и чтобы рядом с ним не было скучно. Ты знаешь, Гер, я всегда с замиранием сердца жду первого этапа для того, чтобы узнать все про наших мальчишек. Именно в этом этапе они начинают раскрываться. В общем, хватит сидеть. Парни, пришла ваша пора. Давайте уже за дело. На 3+2. Задача участников как можно более подробно и интересно представить себя красавицам, но при этом заниматься им придется отнюдь не самыми серьезными делами. Что из этого получится? Давайте посмотрим. Итак, друзья, вот и настал тот момент, когда нам предстоит узнать все о этих рыцарях, которые будут бороться сегодня за дам. Начнем мы, пожалуй, с правого относительно меня края, с Александра. Александр, давай. Александр, мы тебе поаплодируем. Да, давай. Итак, меня зовут Александр, я учусь в КМГУ, 4-й курс. Мне очень нравится моя учеба. Итак, увлекаюсь я, очень люблю смотреть фильмы, ходить в кино, это просто самое, наверное, прекрасное, что существует. Вот, кинематограф — это мое. Также я иногда участвую в корпоративах, веду праздники. Вот, это мне тоже нравится. И там всегда здорово и весело. Ты молодец, еще раз аплодисменты. Если честно, меня Александр зажег. Вы, наверное, заметите, что меня тоже потянуло в танец, потому что... Ну не ламбада это, Гера, не ламбада. Ну, а может быть, это ламба-Александра какая-то. Новое ответвление в направлении хореографии, Саш. Молодец, спасибо. Присаживайся. Присаживайся. Давайте, девушки, может быть, какие-то вопросы у вас сразу же возникли к Александру? Не стесняйтесь, прям в лоб стреляйте. Кем ГУ, на каком факультете учишься? Политических наук, социологии. Нравится? Ну, как сказать, нормально. А почему такой выбор был? По названию, наверное, больше пошел. Политические науки, социология. Хотелось как бы больше приблизиться к людям в костюмах, вот. Ну, посмотрим, что будет. А почему же вы тогда не в костюме? Ну, он всего лишь хочет быть рядом с ними, но не как они, все в порядке. Все. Ну, что, спасибо тебе, еще раз поаплодисменты Александру. Присаживайся. Давайте продолжать далее. И следующий участник тоже, как ни странно, Александр.
которому достался танец макарена, друзья. На самом деле я плохо танцую макарена, но я постараюсь. Ради прекрасных, красивых я постараюсь. А что ты хорошо танцуешь? А я танцую все хорошо, кроме макарена. Ладно, тогда танцуешь макарена. Мы угадали с выбором. Итак, поехали. Меня зовут Александр. Я уже давно работаю, и что меня привлекает, я в первую очередь зарабатываю. Делаю все, что приносит какой-либо доход. Мне 28 лет, как бы из этого все следует, что... Из этого все следует, что у меня все в порядке в жизни. Как бы я живу, наслаждаюсь жизнью, всегда рад хорошим, позитивным знакомствам. Ну, извините, не умею танцевать макарены. Это мой единственный недостаток, простите. Ну, пап. Тем не менее, ты неплохо справился, Александр. Молодец, девочки. Ну, может быть. Оценит это движение. Ну, такое, ну да. Это надо, чтобы задать себе... У меня вообще так кошечка делает в те дни, когда она... Не надо про кошечку. Когда она на тебя очень злится. Я понял. Девушки, давайте. Какие вопросы у вас есть к Александру? В 28 лет почему еще не определился? С чем? Ну, со второй половиной. Ну, наверное, потому что я не выгляжу на 28, как-то я еще не готов. Просто девушки ему не верят, когда он говорит, мне 28, давай поженимся. Да, отстань, закончи школу сначала. Да, иди в школу там, доучись сначала, а потом уже посмотрим. Поэтому вот не получается вообще оптимальный вариант. Мы тебе поможем, Саша. Я надеюсь. Ты пришел по адресу, в нужные руки попал Александр. Девушки, все? Давайте еще раз аплодисменты Александру. Молодец. Я уже боюсь. Последний, но не по значению участник Дмитрий, которому достался танец... Рок-н-ролл. И зовут меня Дмитрий, и я совершенно неопределенного возраста. Я закончил университет культуры. Та-та-та-та-та-там. А работаю я в сфере телевидения. Занимаюсь фотографией, танцами. Вот прямо здесь и прямо сейчас. Что еще я могу сказать себе? Я очень хороший, я очень дружелюбный, я очень позитивный, общительный, трудолюбивый. Что еще можно сказать? Ты присаживайся, а мы тебе поздаем несколько вопросов. Да, пожалуйста. Арина, ты готова? Задавать вопросы? Да. Проще отвечать. Нет, я, наверное, передам. Хобби и увлечения какие есть? Путешествия, фотография, танцы, кино. Не только смотреть, но и снимать. Что еще могу сказать? В каких странах были? В странах? В России я был. А говорите, любите путешествовать? Россия необъятная. По России, не только за рубежом. Тапки, Белова, Прокопьев, Рио-де-Анжейро. Нет, на самом деле, по Лос-Анджелес отличный город. Я больше люблю природу. Байкал, Красноярские столбы. Вот так. Я считаю, не поняла. Я сейчас затрепетала в груди, ты знаешь, вот Россия матушке подумала сразу... Плакнуть захотелось. Но красная захотелось. Лена, Арина, еще может быть какие-то вопросы? Нет. Ну тогда, думаю, нужно Дмитрия наградить аплодисментами за его потрясающий танец и очаровать нас по себе. Здорово. Ир, ты знаешь, на самом деле, я настолько увлеклась этими рассказами. Мы мысли заполонили эти невероятные зажигательные танцы. В общем, не знаю, как дальше работать. Ну а на что я тут, Настенька? На что я? Я подхвачу и напомню всем, друзья, что впереди нас ждет один из самых интереснейших и порой даже необъяснимых этапов. Поэтому будьте с нами и узнайте, что будет дальше. Интуиция. Найди любовь на 3+2. Все парни понравились одинаково. Было смешно. Но они все трое были хороши. Каждый был по-своему уникален и оригинален. Я не могу выделить одного молодого человека, чей танец мне понравился бы больше. Найди любовь. Распознать свою настоящую любовь – это все равно, что найти дорогу в кромешной темноте. И в том и в другом случае приходится полагаться только на шестое чувство. Прямо сейчас наши участники наглядно продемонстрируют, как это работает. Внимание, интуиция! 3+2. Ну что же, мы начинаем наш традиционный этап интуиции. Как вы уже успели заметить, на нашем интуиционном столе сегодня... Идеальный мужчина. Идеальный мужчина руками идеальной женщины.
Вот среди этих 5 рисунков кроются 2, нарисованные нашими сегодняшними участницами. Ариной и Еленой. И сейчас каждый из парней по очереди, по традиции, выходит и называет, какой из идеальных мужчин принадлежит нашим участницам. Попытаюсь. Все очень легко и просто. Ребят, я вот уверена почему-то, что у вас получится. Вы мне понравились, не зря я это изначально сказала. Ну что же, Гер, не будем уже тогда время тратить. Чуть-чуть. И пригласим сюда Дмитрия. Дима, иди к нам, мы тебе поаплодируем. Дима, давай. Дим, ну, во-первых, хочу тебе задать вопрос. Как ты думаешь, ты идеальный мужчина? Ну, в каких-то смыслах, да. Аргументируй, пожалуйста, чуть-чуть, в двух словах. Не пью, не курю, зарабатываю деньги и люблю детей. Вот видишь, Ген, вот видишь, все идеальные мужчины. Ну, а я тут при чем? Окей. Оторвалась, прости, пожалуйста, опять. Хорошо. Дим, давай, как ты считаешь, вот в представлении Арины и Лены, как должен выглядеть идеальный мужчина? Может быть, это человек? Это человек-качок, это человек, у которого автомобиль и дом, заметьте. Это простой брутал. У него автомобиль, дом и солнце, а это просто синий мужик. Сноубордист и... Или с красной помадой и сердцем наружу. У него, а может быть, это брошь? Может быть, это даже рисунок на коже Валентины Дашкиной. Да, да, да. Итак, как ты думаешь? Я думаю, сноубордист принадлежит Елене. Думаешь, она нарисовала сноубордиста? Почему ты так считаешь? Интересно. Ну, она, как она рассказывала... любит общение, веселое движение, там, ну, в общем, такое вот... Нет, не движение, веселье, как будто с друзьями, за любую позитивную движуху. Арина тоже говорила, что она любит веселиться в шумных компаниях. Арина любит эти Артуру. Тут, значит, с красными губами она, знаешь, ее? Тут, скорее всего, синий мужик, потому что все писатели, как известно... Грешок за ними. Что принадлежит? Ладно, я думаю, что вот... Мужчина с красной брошью принадлежит Арине. Но у него очень много бровей, я заметил, по 3 на каждом глазу. Он очень эмоционально любит поднимать и опускать брови. Да. Итак, подводя итоги, говорим о том, что рисунок под номером 5 с изображенным сноубордистом принадлежит Елене. А рисунок под номером 2 с многобровым и красногубым мужчиной принадлежит Арине. Ну, это так, предположительно. Ну, принимается. На то спасибо это огромное. Это был Дмитрий. Со своим шестым чувством. Мне уже хочется узнать, что будет дальше. Саша, иди к нам ты. Александр, дай угадаю. Наверняка ты скажешь, что ты не идеальный мужчина, но... Как ты угадал? Дело в том, что этот конкурс называется «Интуиция», а я чемпион мира по интуиции. Так ответь, пожалуйста, на вопрос, почему ты не считаешь, что я идеальный мужчина? Я не идеальный мужчина, потому что рядом со мной нету девушки. И как только она появится, для нее я буду стараться стать именно таким идеальным мужчиной. Девчонки, я вам так завидую, честно. Вот такой молодец. Счастье в ваших руках. Ну что же, Саш? Мне кажется, картинка номер 1 с автомобилем, как это ни странно, принадлежит Елене. Вот, объяснять стоит. Меркантильная Ленка. Машина, дом, солнце. Арине, мне кажется, принадлежит мужчина под номером 2. Да что ж такое-то, а? Я не знаю, в чем здесь суть. Ну-ка, расскажи, почему ты так считаешь? Итак, она сказала, что хочет найти романтичного мужчину. Угу. А тут такое огромное сердце. И такие алые губы. А все, первый, Саш, спасибо тебе огромное. Принимается, присаживайся. Спасибо еще раз. Саша, Сашенька, сынок, выходи к нам сюда. Выходи. Сколько ж тебе лет, Настенька? Я просто... Александр 28. Неважно. Она постоянно скрывает от меня этот факт. А итак, Саш... Расскажи, пожалуйста. На самом деле, я повторился бы. Давай, подожди. Перед тем, как ты начнешь вот, и свой долгий монолог по поводу этого художества, да, скажи, пожалуйста, ты считаешь себя идеальным мужчиной? Я не считаю себя идеальным мужчиной, потому что... Потому что ему 28, а он еще не определился. Да, и потому что нет идеала, в принципе. К идеалу надо только стремиться, а это уже у каждого свои. Конечно, я стремлюсь к идеалу. Мне ближе по духу 5-й. Ну уж извините. Таков уж я, сказал Александр. Ты занимаешься? Да, я увлекаюсь сноубордом. Так вот. Я вообще спортивный человек. Галочка? Утаил это в рассказе о себе, вы помните, да? Я забыл просто, я вылетел, я переволновал. И ты считаешь, что 5-й рисунок нарисовал ты сам, когда был в трансе, да? Да, я не помню просто, наверное, пока я там собирался. Ну, хорошо, и все-таки рисунок под номером 1 ты отдаешь авторство рисунка. Тут, опять же, все почему-то на фоне автомобиля все складывается. Ну, а здесь, опять же, сердце.
алое сердце, которое, оно, романтика так, прям, ну, блещет. Ну, не, на самом деле это все банально. Естественно, да. У мужчины, который себя уважает, должен быть автомобиль, должен быть свой дом, квартира. Свое солнце. Свое солнце. Слушай, ну, я могу так о любом рисунке сказать. У любого уважающего себя мужчины... Синие трусы. Должны быть мышцы, деньги, трусы и секретик на лице. Ну, Александр, спасибо тебе большое. Давайте поаплодируем аплодисменты. Девочки, ну теперь раскройте нам тайну. Та-да-да-дам! Какой же все-таки рисунок, кто из вас нарисовал? Арин, скажи, пожалуйста, твой идеальный мужчина, какой он? Это был вот он. Это этот качок в синих трусиках! Вот так всегда. Ой-ой-ой! Ну давай, давай. Романтика, романтика, а вот скрытые моменты. Есть один такой нюансик. Есть вопрос на голове. Загадочный? Да, он должен быть загадочный. А все, что... Остальное не имеет значения. Это не имеет значения. Здесь я это для меня на подсознательном уровне все нарисовалось. Как бы, открылся еще один момент. Здесь как бы показывается его рост, который должен два быть метра. Не меньше двух метров. Котик мой, зачем тебе такой высокий? Это все штучная форма. Она будет... Самое главное, это вот здесь. Она будет взбираться на него. Привет, мой загадочный. А зачем мне одевать такие большие каблуки именно для этого? Ну, вот он, вот оно. Зачем тебе загадочный мужчина? Так и будешь до 99 лет разгадывать эту девушку. Зато будет интересно в жизни. Да. Молодец. Поверь ее опыту, у нее 28-летний сын. А, ну что ж, Арина, браво, браво. До сих пор вспомнил Димок. Лен. Как? Ну, про меня зря все думают, что я меркантильная. Мой мужчина, синий мужчина, под номером 4. Да ладно? Да. Не зря я говорил о нем все это время. Но расскажи немножечко о своем идеальном мужчине. Вот почему, что это? Ну, это синий мужчина. Это понятно. Да. Скажи, пожалуйста, он синий почему? Потому что маркер был такой под рукой. Ищите подвоха там, где его нет. Да, только поэтому. Ну, на самом деле, он такой очень добрый, улыбающийся и скромняга. Ну, не обязательно скромняга, но да. Он скрывает фейерверки и японский меч за спиной. Повеселимся так, намекает слегка. Ну, отлично, Леночка, спасибо большое, ребята. И у меня созрел вопрос, девчонки, по секрету всему свету, в этой студии есть уже тот ваш идеальный мужчина? Секрет. Мы дождемся конца этой передачи. Ну что же, уважаемые друзья, пока наши парни отходят от экстрасенсорных своих способностей, а девочки отходят от увиденного, мы переходим к следующему этапу. А в следующем этапе мы побеседуем с девушками, поэтому все самое интересное впереди. Будьте с нами. Найди любовь на 3+2. С этим заданием не справился ни один из молодых людей. Даже никто близко к этому рисунку даже не подошел, не подумал. Вся загадка была именно в вопросе вместо головы. Мой портрет окрестили синим мужчиной, но меня приняли меркантильный. На самом деле я совсем не меркантильная. Найди любовь на 3+2. На этом этапе девчонкам предлагают показать наглядно, как бы они расправились со своими неверными мужчинами, чтобы всем сразу стало ясно, кого из девушек стоит бояться. 3+2. Итак, этот замечательный розовый плюшевый мишка сегодня олицетворяет вашего неверного парня. Это жертва. Понятно, что сначала вам будет тяжело, потому что его очень жаль, и он такой милый, но ваш парень тоже будет довольно милым, ну, как мне кажется. Ну что же, девчонки, задача вам ясна. Представьте, вы узнали о неверности вашего любимого мужчины. Делайте с ним все, что угодно. И мы приглашаем под бурные аплодисменты сюда нашу прекрасную маленькую удаляюсь. Арину. Иди сюда к нам. Арина. Еще один вопрос. А, тебе оружие нужно? Нет, спасибо, я обойдусь без этого. Арин, как назовем этого Мишулю? Дмитрий. Дмитрий. Димка. Нам не будет его жалко, потому что я не буду его казнить. Потому что, во-первых, я думаю, он не будет мне изменять, так как я идеальная девушка. Вот. И если даже такое произойдет, что он мне изменит, то я просто развернусь и уйду, и он останется наедине со своими мыслями. Покажи, как ты развернешься и уйдешь. О, нет, не уходи! Арина, прости, дурак! Возвращайся к своим этим плюшевым лисам! Вот так она скажет ему. Она не звинты, она умничка просто! Молодец! Арин, ну,
нравится. Леночка, ну прошу тебя на сцену, тебе оружие нужно? Нет. Да что ж такое? Принес сегодня с собой этот арсенал, никому не могу продать. Я правда тебе не изменял, детка. Ну я тоже не применяю физическую силу. Никому вообще. В принципе. Ну двинь мне. Нет, я. Ну давай. Я тоже молчу. Тогда хожу. Я тебе. Это Настя от себя просто как бы это не. Нет. Я просто молча ухожу. Я либо они мучают от моего молчания. И непонятно. И умирает. Подожди, ну да ладно, давай другую ситуацию представим. Представь, что он пропил всю зарплату. Ай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пьяный розовый медведь. Витая, я дома. Мой мужчина будет не пьющий. Ну, не в таких количествах. Да я пью. Я выпивал. Нет. Ну давай. Нет. Я не применяю физическую силу. Но... Вот так вот. Никак не может наш Мишка, наш бедный Мишка-мазохист никак не может добиться удара в щи. К сожалению. Ну, Леночка, я не знаю. Браво, браво. Ну что же, девушки показали достойное поведение и решили не демонстрировать нам свою жесточайшую расправу с неверным в этом случае розовым медведем. И мне кажется, в нашей студии сегодня поистине мудрые девушки. Не переключайтесь, с вами шоу 3+2. Найди любовь на 3+2. Ну, на самом деле, у девчонок такой тактический ход был, что они такие добрые, чудесные, и медведи не бьют. Но я бы на их месте все-таки ему отрезал лапу. Девушки, я думаю, поступили так, потому что они считают себя совершенством. Я думал, что сейчас полетят клочья в разные стороны, уши медведя. Но наши девушки оказались добрыми и милыми. Найди любовь.